Хлопуновской школе Шипуновского района возобновили занятия. Об этом нам рассказали в Комитете по образованию администрации Шипуновского района. В классах, заверили нас, заметно потеплело до плюс 15-17 градусов, и отопление работает бесперебойно. Напомним, около недели назад родители учеников разместили в социальных сетях призывы о помощи. В учебных классах температура понизилась до критически низких показателей. Вчера из-за холода занятия и вовсе отменили. По словам чиновников, инцидент произошел из-за ремонта системы отопления школы. Неделю назад вода внезапно перестала циркулировать. Полностью сливали воду, в трех кабинетах переварили отопление, то есть там бригада сварщиков работала. И вот в течение недели налаживали вот эту систему, регулировали. По-видимому, надо было время, чтобы вода начала циркулировать. Чиновники надеются, что отопление не подведет и занятия будут дальше проходить без перебоев. Отметим, совпадение или нет, но температура батарей повысилась сразу после того, как информация об инциденте просочилась в СМИ.